Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на моем занятии. Меня зовут Анна Андреевна. Подготовьте, пожалуйста, ваше рабочее место. Сегодня мы будем рисовать цветными карандашами в новой, необычной технике рисования. Эту технику придумал орский художник Яков Айзекович Шлепер. И сегодня мы с вами нарисуем красивый осенний пейзаж его спиралевидной техники рисования. Карандаши лучше использовать мягкие, акварельные. Они более яркие, и ими приятно и удобно рисовать. Для осеннего пейзажа используем теплые оттенки, такие как красный, оранжевый, багровый, желтый. Спиралевидная техника рисования Шлепера заключается в заполнении листа бумаги спиральками, переходящими друг в друга. Эти спиральки можно накладывать друг на друга, тогда картина становится более яркой и интересной. Можно накладывать разные цвета друг на друга, тогда спиральки будут между собой смешиваться. Большие спиральки мы используем для дальнего плана и крупных объектов, а маленькие спиральки мы используем для деталей, особенно на переднем плане. Ребята, сейчас давайте немного отдохнем и сделаем пальчиковую гимнастику. Готовы? Начинаем. Приготовьте ваши ладошки. Мышка в норку пробралась. На замочек заперлась, в дырочке она глядит, все пальчики разминаем, на заборе кот сидит. Молодцы, продолжаем работать. Сейчас давайте простым карандашом слегка наметим наш осенний пейзаж. Может быть, у вас будет городской парк, или лес, или поляна, или дача. Легкими движениями намечаем линию горизонта и дальний план, например, деревья. На переднем плане, то есть в начале листа, можно изобразить большое дерево. Стараемся заполнить все пространство листа и вместе с тем не перегружать рисунок деталями. Как правило, сверху небо темнее, поэтому в верхней части мы
посильнее давим на карандаш. Thank you.
техника рисования цветными карандашами. Присылайте свои рисунки в группу в Вайбере. Всем спасибо за внимание. До свидания.